Привет тебе, мой подписчик, и ты на канале Новасов. И в данном видеоролике сегодня я тебе покажу новый интерфейс в CSGO, а также панорама вышла из странного бета-тестинга. И, в общем, сегодня я тебе покажу супер крутые скины, которые вышли совсем недавно. И один из них только что вот... Калаш, короче. Извиняюсь, что я поменял приветствие, ведь это обновление CSGO, и это супер обновление, потому что изменили все: карты, интерфейс, скины, даже добавили ножи новые. Вот один из них прямо с завода. Вы даже не представляете, как мне пришлось его доставать. Вы лучше бы не знали, откуда я его достал, но я его достал. И он так вот может крутиться. Это типа как керамбит, но это не керамбит. Нет, это никакой не мод, это никакой не это. Это новое обновление Valve. И если вы еще не знаете, то заходите в CS. Эти скины слишком дорогие для вас. Уж поверьте мне. У меня есть тут, ну, вы это знаете, это пустынный повстанец. А это новый калаш, который... Неоновый райдер, что ли, какой-то. Я уже не помню. Еще я тебе решил порекомендовать один сайт, который вы можете зайти там на сервер, накрутить любое количество убийств на свое оружие, короче, в Counter-Strike, любое. Прям заходите на этот сайт, переходите на сервер, и там вы можете сделать все, что угодно. Там вы можете накрутить убийства на все ваши статреки, просто написать значение. Например, я здесь написал значение 2, ну, короче, то, что вот здесь вот написано. Да. Вот так вот. То есть это действует на любую пушку. Я проверил вот на этих двух скинах. То есть все круто, все работает и очень прикольно. Ссылка на сайт для смены статрека будет в описании. За это не банят, ни ваг не дают за это. Это разрешено. Вот и все. Дальше я говорю про... разное обновление, то есть здесь изменили графику, здесь изменили изображение само, изменили карту, я не знаю, лагает ли у меня сейчас или нет, наверное лагает, я не знаю. Я и так изменял графику, чтобы у меня не лагало, потому что видите, какая у меня поверхностная закалка? Это поверхностная закалка, но на такой графике, это такая низкая графика, что вообще это капец. И они мне испортили все. Из-за этого у меня теперь будут залаганные видеоролики опять. Ну что ж, ладно. И дальше по нашему обновлению идет разные... Вот эта панорама разная. Странным образом здесь новое меню. Здесь какая-то фигня. Здесь есть выбрать команду. Здесь есть начать голосование. Здесь есть инвентарь и меню настроек. Вы не поверите, но у меня вот такие вот настройки. Это мои настройки, которые в данный момент в игре сейчас включены. Я вот так вот играю вот в данный момент. Наверное, лагает, наверное, нет. Я не знаю. Выбрать команду, это если мы за Т, мы можем изменить это за КТ. То есть, круто, да? Круто. Они показывают пистолет. Ну, точнее, кто-то из них. Вообще круто. Че, он еще крутится, пистолет? Круто, круто. Можно зайти за него. Давайте зайдем за него. Еще я вам сегодня, я решил вам показать еще пару скинов. Это мой неонуар статрек, тоже с накрученными килами. И еще один крутой скин, который из новой коллекции. Блин, мне его не дать показать. Ну ладно, я покажу этот скин. Это Dual Berets новые, да. Я в них тоже что-то накрутил. И, в общем, они выглядят вот так вот. Ну, а если вы хотите накрутить киллы, все, что захотите, по ссылке в описании, пока не забанили. В общем, вот такая вот обновка. Обнова в CS. Я сейчас выйду из сервера. Как из него выйти-то, я даже не знаю. Покинуть матч. И сейчас мы... взглянем на игру. Просто. Ребята, представляю вам панораму, которая вышла из бета-теста. Это
просто, это капец. Это капец, ребят. Это вот капец такой вот. Мир настроек, турниры можно посмотреть, играть в CSGO. Вот так вот, можно поиграть в соревновательные. Я сейчас, например, буду в соревновательные играть. Выбрались почему-то все карты, это странный образ. Ну так, тут можно выбрать все, что угодно. Но я немного... Я выберу... Я люблю играть на Dust. Я эти карты убираю. И начинаю Dust. В общем, всем спасибо, всем удачи и всем пока.